Угу, понял. Итак, друзья, второй матч сегодняшнего игрового дня. Команды УТТ и СТ и Астмебель играют. УТТ и СТ лишь одну победу на данный момент одержал над Лиманом со счетом 3-1. У команды 3 очка и 8 место, но в зону плей-офф пока попадает, хотя вся борьба еще впереди. У этой команды решающая игра, наверное, будет против команды культурно-спортивного центра ГДА. Ну, а у Астмебели 15 очков, лишь одно поражение, правда, от СССР. И с лидерами Астмебель тоже не играла. Ни с Динамо, ни с факелом АГПЗ. Астмебель вроде выглядит фаворитом в этой встрече, но сегодня нет Никиты Сидоренко, одного из ключевых игроков, и Ренат Кадербердиев тоже отсутствует. Лишь 6 игроков сегодня в заявке у Астмебели. И, конечно, сложнее будет этой команде таким усеченным составом бороться. Ну, сейчас я назову игроков. Максим Балуев, 9 номер. Сергей Романовский, 7. Андрей Черемшанцев, 1. Владимир Доманин, 10. 13 Алексей Денисов. И 3 Илья Лапов. Главный тренер команды Николай Киреев, помогает ему Сергей Романовский, играющий тренер команды. Ну и УТТ СТ, Александр Лазариди, главный тренер. Тут с заявкой дело обстоит получше. По 4 номерам Ренат Абитов, под 13 Виталий Воевода, под 3 Сергей Спирин, под 1 Фархат Альгиреев, под 7 Степан Дегтяренок. Вроде бы всех назвал, всю шестерку. Пока у нас 2-3 проигрывает Астмебель. Ничья 3-3. Судейская бригада. Судья на вышке. Первый судья Александр Лазариди и Михаил Власов, второй судья. Капитан команды УТТ СТ Степан Дегтяренок. Ну, Астмебель в синей форме, УТТ СТ в белой, я думаю, вы разобрались. Счет 3-4. Ну и Астмебель на данный момент 3 место в турнирной таблице. 5 побед, лишь одно поражение. 16-6 соотношение сетов. УТТ и СТ 3 очка, 1 победа, 5 поражений, 3 сета только выиграны, 16 проиграны. Кстати, по количеству выигранных сетов УТТ и СТ занимает последнее место среди 10 команд. Лишь 3 выигранные партии у Лимана. 3-1 УТТ и СТ выиграл, остальные все встречи 5 проиграл с результатом 0-3. Романовский пасует на Черемшанцева, тот на Балуева. Балуев бьет в аут. 4-5. Подавать будет Фархат Альгиреев. Сетку подает. Ничья 5-5.
Есть прием. И выходит вперед. У ТТ и СТ было касание блока. Виталий Воевода на подаче. Подача была в Денисова. Черемшанцев пасует на Балуева. Давно вместе играют эти ребята. Черемшанцев. Романовский сейчас был на задней линии. Часто он завершает атаки. Ну вот сейчас Романовский, 197 сантиметров этот игрок, находится на второй линии. Если только комбинацию пайп играть с его участием. 6-6. Черемшанцев. Романовский с задней линии до пола не добил. И в сетку. Удар. 7-6. Вау, летит мяч после подачи Максима Балуева. Ничья 7-7. Подача. Балуев принимает. Черемшанцев делает передачу на Лапова. И 8-7. Хорошо, хорошо. В пользу Осмебели. Доманин подает. Самый опытный игрок команды. 70-го года рождения. 47 лет. В декабре исполнится этому волейболисту. Ну, подавает удачно. 9-7. Поднимают мяч игроки Осмебели. И Лапов не добил до пола. Ответ у ТСТ. Есть блок Романовского и Черемшанцева. Скидка. Романовский, Лапов. И ваут мяч летит. 9-8. Черемшанцев. Лапов. Ну вот теперь... Это был... Это был Алексей Денисов. 10-8. Лапу принимает Романовский. И ваут. Удар ваут. 11-8 в пользу Осмебели. Шансов на подаче. И теперь он уже пасует. Романовский попадает в сетку. Хорошо вроде разыграли, но не очень высокая была передача. Последняя передача от связующего. Вы видите повтор. И Романовскому, конечно, нужно повыше делать передачи, чтобы атаковать по чистой сетке. Ну а сейчас все здорово разыграно. И очко в исполнении Ильи Лапова. Вот вы смотрите повтор нашей верхней камеры. 12-9. Середина первого сета. Лапов подает. И хорошая подача. Надо побороться за этот мяч. Балуев. Да, вылез на чужую половину площадку. Переход средней линии. 12-10. Денисов, очко. 13-10.
Романовский подает. Ну что, побороться за этот мяч можно? Можно было побороться. 14-10. Становится счет. Никто к мячу не успел. Но пока Снебель даже своим вот таким укороченным составом уверенно ведет игру. И Романовский. Еще одна подача в исполнении. В сетку попадает. 14-11. Романовский с задней линии. Сумели принять его удар. Ну и здесь в сетку бьет Виталий Воевода. 15-11. Денисов. Мяч в корте. Это атака Воеводы. 15-12. Воевода подает. Хорошая подача. Романовский. Есть прием. Блок. Хороший блок. В исполнении Доманина и Черемшанцева. Черемшанцев, Лапов, 17-12. В пользу Остмебели. Илья Лапов приносит очко. Блок. Черемшанцев пасует к сетке. И мяч летит в аут. Мяч летит в аут после скидки Рената Абитова. 18-12. Не очень удачный прием. Доманин пасует. И пробивает блок. Илья Лапов, 19-12. Тайм-аут. Матч. Валуев подает. Прием есть. Мяч в корте. 19-13. Сергей Спирин подает. Под третьим номером он играет. Денисов принимает. Доманин. Да, очко. 20-13. Доманин. Его подача. И блок Черемшанцева и Романовского. 21-13.
Еще одна подача до Манина. Ну, в аут мяч летит. 21-14. На заднюю линию Доманину, но тот еще раз ваут. 21-15. Расслабились мебельщики. Два очка подряд проиграли. Еще и неправильная расстановка. 21-16. Но подарили сами очко. Транспортники 22-16. Черемшанцев подает. Летит в аут. 22-17. Ренат Абитов подает. Мяч в игре. Черемшанцев. И снова мяч в игре. Да. Нет, не свалился. Не свалился на площадку. У транспортников шанс продолжить атаку. Есть подстраховка. Денисов. Аккуратненькая скидка. Не прошла. Черемшанцев пасует. И эта атака Лапова уже достигает цели. 23-17. Лапов подает. 24-17. Ну и сетбол. Сетбол у вас выбили. Илья Лапов продолжает подавать. Мощная подача. Мяч чуть задел сетку, смягчился. Есть блок? Нет. 24-18. Блок эту атаку остановить не смог. Степан Дегтяренок подает. Черемшанцев, передача на Балуева. Блок есть. 24-19. Ну вот, это очко последнее в этой партии. 25-19. Выигрывает Астмебель этот сет. Ждем второй партии.
Вторая партия матча. Астмебель у ТТСТ. Первое очко команды Астмебель. Сейчас становится 1-1 в сете. Но Астмебель должна выигрывать в трех партиях. Без, наверное, все-таки вариантов. Эта команда из лидирующей группы. Но счет становится 1-1 от рук Сергея Романовского. Мяч вылетает. Один-один. 2-1. Неудачная подача в исполнении Фархата Альгиреева. Илья Лапов подает. Тоже в аут. Тоже в сетку. Тоже в сетку. 2-2. Ничья. Подавал Ренат Абитов. Но и Астмебель выходит вперед. 3-2. Сергей Романовский подает. Есть прием. Романовский снова сам на приеме. Денисов перебрасывает на чужую половину. И мяч. Да, мяч, что, от рук блокирующих, да, приземляется за пределами корта. 3-3, ничья. Балуев. В линию мяч попал, в линию. Или куда? Нет, все-таки пользовался мебелью. Мне показалось, что мяч в линию попал. А давайте посмотрим. Нет, просмотр взять никто не стал брать. 4-3. Астмебель впереди. Пятое очко. 5-3. Денисов подает. И в аут мяч летит. 6-3. Еще одна подача Алексея Денисова и тайм-аут в этот момент. Вернулись игроки на корт. Еще одна подача Алексея Денисова. И 7-3. 7-3. Неудачная атака у ТТСТ. Ну вот здорово, Денисов вышел на подачу. Отрыв. Счет был 3-3, стал уже 7-3. Транспортники никак не могут сняться. Вот, наконец-то, 7-4. В сетку мяч летит. 8-4. Подавал Рифхат Аргиреев. Девятый номер команды. Ну и Балуев отвечает неудачной подачей. 8-5. И попадает. 8-6. Эйс.
исполнении Виталия Воеводы. Еще одна подача этого игрока. Ну а теперь в сетку. 9-6. Ну или 6-9, да? Ведем отсчет от УТСТ. 6-9. Доманин. Есть прием. И обманный удар. Но мяч в игре. Скидка. Балуев заблокировали его удар. На сетке была борьба. Романовский, очко. 6-10. Еще один удачный ввод мяча в игру Доманина. 6-11. Шесть-двенадцать. Растет счет в пользу Астмебели. Ну, игра эта, конечно, не будет столь интересной, как та первая, которую мы, дорогие друзья, смотрели. УТСТ замена. Максим Гетманенко под вторым номером вошел в игру вместо Сергея Спирина. Семь игроков сегодня участвуют в поединке у транспортников. Ну, шесть, как вы понимаете, основной состав и один на замене. У их визави только 6 игроков принимают участие в поединке. Подача была Гетманенко. Романовский туда под заднюю линию. Но есть возможность организовать атаку. Мощный удар Лапова. И еще одно очко. 13-7. После неудачной передачи. Черемшанцев подает. И снова хорошая подача. Атаки не будет, но тут 8-13 становится счет. Классная комбинация. Илья Лапов еще одно очко приносит мебельщикам. 8-14. И продолжает подавать Илья Лапов в сетку. 9-14. Подача Рената Абитова. Эйс. 10-14. Есть прием Доманина. Романовский пасует на Балуева. Тот бьет. Ваут. 11-14. Подрастроилась игра у вас в мебели. Но вы решили, судьи, посмотреть. Посмотрим, чем все это закончится. Там это очко. Пока 10-14 у нас на табло. Большая пауза. Давай, давай, Макс, давай, Макс. Слышишь? Все ждем судейского решения после просмотра на нашей камере.
пока 10-14, небольшая пауза. Чуть больше времени занимает просмотр, чем, скажем так, на матчах Суперлиги чемпионата России. Но это легко объяснимо. Очко отдали от мебели. 10-15 счет. Подает Сергей Романовский. Есть прием. Мяч летит в аут. 10-16. Еще одна подача Романовского. Блок, но мяч летит в аут. 11-16. Степан Дегтяренок будет подавать. Черемшанцев пасует. Денисова заблокировали. И еще один блок. Но мяч в игре. От блока в аут. 12-16. После атаки Рифката Альгиреева. Ну и подача в блок. 12-17. Денисов подает. Романовский пробивает блок. 12-18. Замена у транспортников. Максим Тетманенко снова на скамейке запасных. Денисов подает. И мяч в корте. 13-18 после хорошей атаки в исполнении Рифката Альгиреева. Остроумная скидка Доманина. 13-19. Балуев. Альгиреев пасует. Мяч в корте. Сергей Спирин заработал очко. 14-19. Виталий Воевода подает. Ну и очко Лапова. 14-20. Еще одна подача Доманина.
Черемшанцев, Романовский, скидка, под... есть подстраховка. И мяч, да, достается, еще одно очко мебельщикам, 14-21. Пятнадцать, 21. Романовского зачехлили. 16-21. Сергей Спирин подает. Ваут. 16-22. И Романовский ставит одиночный блок. 16-23. Автомобиль близка к тому, чтобы выиграть и вторую партию. Есть возможность для атаки. Черемшанцев, Романовский. Нет. 17-23. Черемшанцев неудачную сделал передачу. Подает Фархад Альгиреев. Лапов. 17-24. И подача Лапова. Сетбол. В антенну попадает мяч. Да, нет, не мяч, а касание у блокирующего антенны. 18-24. Но по-прежнему очень много сетболов у команды. Асмебель. Подает Абитов. И... Так, ваут, летит мяч. Еще одно очко отыгрывает у ТТСТ. 19-24. Неправильная расстановка. 20-24. Абитов подает. Балуев. Да, 20-25. Второй сет завершен. Thank you.
Итак, друзья, стартует сейчас третья партия в матче УТТ-СТ Астмебель 0-2. После трех сетов. После двух сетов. Ну и первое очко Астмебели. Думаю, что игра надолго не затянется. И поединок завершится довольно скоро. Астмебель намного сильнее. Вряд ли тут какие-то есть еще варианты. Второе очко 0-2. Так, вот это СТ, первое очко. 1-2. И вот передача, ну вот, сравнивает счет. Транспортники 2-2. Ничья. Черемшанцев пасует. И Лапов промахивается. 2-3. Ну, вернее, 3-2. Вот это СТ впереди. Три-три. Подает Черемшанцев. У кого ошибка? Да, Астмебель выходит вперед. 3-4. 3-4 на табло. Еще одна подача Черемшанцева. Есть подстраховка. Балуев пробивает блок. 3-5. Очко у ТТСТ. 4-5. Подача. Вау. 4-6. Лапов подает. Вау. 5-6. Балуев на приеме. Романовский. До пола добить не смог. И Балуев. Да, это был Денисов. Денисов попадает в линию. 5-7. Романовский на подаче. И хорошо сыграл Доманин на сетке. 5-8. Романовский подает. Шесть восемь. Шесть девять. Неудачная подача Альгиреева. Фархад Альгиреев подавал. Фархад играет под первым номером. Рифкат под девятым. Блок. Черемшанцев пасует на Балуева. Еще раз блок.
Итак, друзья, тайм-аут, счет 6-11. Денисов подает. И 6-12. 6-12 счет. Еще одна подача Денисова. 7-12. Есть прием Балуева. И сам же Максим. Ну, решил просто перекинуть мяч на чужую половину корта. 7-13. Подает Балуев. Хорошая подача. Можно перекинуть мяч. Еще одна. Нет, очка нет пока. Борьба продолжается. Доманин. Удар не получился самым лучшим. И ваут, да, ваут летит мяч. Ваут. 8-13. Лапов промахнулся. Черемшанцев, Лапов. Есть блок. А здесь нет подстраховки. 9-13. Черемшанцев за спину Романовский. 9-14. 11 очков осталось набрать. Остмебели для победы. Доманин подает. Удачная подача. 9-15. Доманин. Снова хорошо. Ну и 9-16 счет. Все ближе и ближе у ТТСТ к победе. Еще одна хорошая подача Доманина. Романовский и Балуев в задней линии. 9-17. Замена у транспортников. Девять 18. До пола мяч не добит. Черемшанцев, Романовский. Борьба. Так. Переход в средней линии. 10-18. Подача, прием неудачный. Романовский перекидывает на чужую половину корта.
Есть прием. И мяч в корте. Что там, судьи? Нет, отдадут мяч у вот это СТ 11-18. Подача транспортников. А, там просмотр. Решили посмотреть
Почему мы вот так думаем, разброд у нас такой? Почему у нас такой разброд? Нельзя так относиться к приему, понимаешь? Долго все это делаешь, долго готовишься. Нет, то же самое, где ты летаешь на облаках. Да? Я понимаю, там на более слабую команду тяжело настроить. Для нас немножко должны сделать. А мы все те же ошибки, что делаем в такой игре, мы здесь еще хуже. Да? Наоборот, надо стараться, чтобы там пару эпизодов было последний, там быстро файт сыграл, да? Ты быстро доигрок устроил. Вот, блядь, добейтесь этого, чтобы мы вот такие мячи доигровочные, чтобы мы забивали. Мы играем, блядь, ты выходишь, все, один блок у тебя, блядь, забивай куда хочешь. Вау. Нельзя. Пойми, что надо все делать быстрее, да? Вроде иначе делать, а потом уже все академично. Раз, подошел, на выдержку, пока ручку указ, то есть мяч тебе на голову упал. То есть то же самое. Да? Нормально, игра в 11, да, подачи.